Хей, народ, текст бумажки читает небезызвестный лоу-скилл в спидранах и в мультиплеерных матчах. Люди, которые не в теме, поспешившие написать в комментариях кликбейт, поставить перевернутый лайк и не подписаться на мой канал, ведь они не были подписаны, убавьте ваш пыл. Название видео на большую волную часть отражает суть всего видео. Детище Гейба Ньювелла, а именно первый его сын, которому скоро 20 лет, это сплошная яма левел-дизайна, где дыра буквально в каждом ее квадратном метре. К этому еще и добавляется тот факт, что люди, игравшие в игру и в год ее выхода, имели частоту кадров не выше так 30. Напомню, что поведение физики в старых версиях Half-Life сильно зависело от FPS. Так о чем это я? Глич на гличе гличу глич. В общей сложности их около 20, блин. Мы рассмотрим конкретно Infinite Hell's Door. Этот трюк используется для накрутки бесконечного количества здоровья. Он является ошибкой маппера, поэтому, к сожалению, доступен только ближе к концу главы Surface Extension на карте C2A5F. По неизвестным причинам, дизайнер уровня оставил две двери с дамагом в минус единицу хп. То есть, нам наносит отрицательный урон. Вспоминаем базовые правила математики, где минус на минус дает плюс. Хватит с нас теории. Перестаем трясти языком и переходим к практике. Способов вообще много. Самый простой из них – просто идите по трубе, иными словами, по задумке разработчиков. Возьмите Барни и в момент открывания первой двери защемите себя в проеме. Просто сделайте это! Я вас поздравляю. Не обращайте внимания на то, что хп якобы сбрасывается при достижении 255 единиц. Дело в том, что максимально отображаемое количество именно 255. На деле же здоровье пополняется по второму кругу и так до бесконечности. Стоит отметить, что урон происходит каждый тик, другими словами, каждый кадр. Поэтому чем больше FPS, тем быстрее вы накручиваете себе хп. Но мы же с вами не лохи. А спидранеры, детка! Взрываем со стационарной пушки дверь. Бустимся заранее заряженным гауссом. Пугаем бзиков под дуликом. С помощью наклонной поверхности бустимся за карту, при этом еще разогнав себя. Распрыгиваемся, тактично кидаем под ствол. 360 прыжок веру на батут. Пальба во все стороны, граната пошла. Тебе хана. Плюс рек.